Вчера мы опять ничего не делали, но был довольно-таки милый наш последний совместный втроем ужин на Бали. Наш последний вечер на Бали, девочки, это было прекрасно. Да, подтверждаю. А сейчас мы снова в Сануре, ждем посадки на лодку на Сапениды. Здесь мы остановились в хостеле. Вот такие большие кровати. И просторный номер. И главное, с шикарным видом. Сейчас покажу. Вот этот наш хостел вместе с ресторанчиком на первом этаже. Здесь какая-то стройка. Но самое интересное все там, прям рядом с Клинкин Бич. Вот они, популярные виды на Сапениды. Динозавр. Тирекс. Еще мы дошли до Полуанг. Пура Полуанг, то есть храм. Его еще называют машинный храм, потому что вон машинка. Типа никто не знает, как они тут появились. И почему-то открыты для посещения только вот такая вот маленькая часть. А вот там вот закрыто мы ходили. Оказывается, там рядом есть люди, им платишь 10 тысяч, дают саронги, и тебя пускают. Flowers? Weeks ago, we have big ceremony in the temple here, and we have a custom like. Can you throw this? This turtle. Это для солнца. Черепашечка. Дракончики. И прям персональная экскурсия еще. Really, in India, a religion. Maybe many people in the India is come. Come going inside in here. He said with me, is this Ganesha for the maybe for the start your business? And is there some story about these cars? And for the cars, I think we have special in here. No help in the world. Only here we have a car in the temple. И там еще арча, не? Арча. Арча. А вот где мы топтались, это Сагара Temple. Этот храм Bali. Для моря. Cigari, this is a Bali nice language. Короче, про машину мы так ничего и не поняли. Зачем они там? Что-то он там пытался про церемонии объяснить, но было непонятно. Вот мы на хребте динозаврика. Будем спускаться вниз. Фотки делают даже с деревьев. И вот такая непростая лестница вниз. И ладно вниз, потом еще подниматься. Прям такая любовь к высоким ступенькам невозможно. Но какова, ну какова красота. Вот такая
сумасшедшая лестница ради такой красоты. Мы сделали это! Мы на пляже! Я еле жива. Короче, слишком старая я для таких приключений. Уже голова кружится. Ножки не идут. Кошмар. В целом помылась, поела, пиво выпила. И все уже хорошо. Жива, здорова. Но это был очень тяжелый и подъем, и спуск. Все эти батуры, иджины, ну, лично, по моим ощущениям, даже рядом не стоят. Почему-то это было очень тяжело.